Доброе-доброе утречко. Снег решил с утра угробить окончательно мой цветок женское счастье, которое я сегодня хочу, наверное, что-то с ним сделать. Я не знаю, что, но, наверное, что-то буду делать. Возможно, его буду пересаживать, потому что оно, бедное, несчастное, вообще превратилось, посмотрите, во что. Мне даже стыдно показать. Но не стыдно, знаете почему? Потому что я реально не умею ухаживать за цветами. Цветы – это не мое. Вот животное мое, цветы нет, они у меня портятся, они у меня погибают. Ах, мне нельзя цветы, потому у меня цветов нету. Вот единственный кактус, который растет, ему ничего в этой жизни не надо. И денежное дерево, вроде тоже как прижилось и растет. Остальное все у меня гибнет. Ну и благодаря снегу точно так же оно все гибнет, гибнет и гибнет. Сегодня у нас 28-е, ребята, и сегодня у нас среда. Месяц пролетел незаметно, а еще сейчас у нас... Я сегодня проспала и в 9 часов должна выключить свет. А сейчас 8:54. Я вот думаю, выключат или не выключат, выключат или не выключат, успею я или не успею. Наверное, не успею. Наверное, сегодня буду кудряшкой ходить, по-другому никак не получится. Серёхи, как вы знаете, нет, она ушла ночевать к Вике. Здесь спит у меня Перуська, Шантюська. А вот там вот маленький гномик. И самое главное, чтобы я не забыла, а что это такое? Господи, снег уже разодрал мои эти, мои бусинки. Он сегодня с утра тут такое вытворял. Он сегодня с утра мне такое тут делал, чтобы я проснулась и ему дала поесть. А я спала. Ну что же, я должна в 5 часов утра просыпаться? Нет. Так, до Нового года у нас осталось 3 дня. Совсем-совсем близко уже Новый год. Буду я себя в порядок приводить. Не знаю, успею или не успею до выключения света, но в любом случае надо попробовать. А вдруг сегодня у нас его отключат чуть-чуть позже. Вчера отключили на час позже. Ну, включили, конечно же, тоже позже. Но в любом случае хотелось бы, чтобы сегодня вообще его не выключали. Сегодня очень плохо спала. Очень плохо. У меня вообще в последнее время я очень плохо сплю несколько дней подряд. Но я уже говорила об этом, что какие-то нервы, какие-то непонятные ожидания чего-то. И вот это вот очень мне нехорошо. Ой, полотенце улетает. Не улетай. Не улетай. Не улетай. Кстати, меня там спросили, чтобы я показала, как я полотенце... одеваю на голову. Вот так вот. И все. Вот этого я не ожидала совсем. Воздушная тревога началась. Грозно. А здесь у меня пакеты до сих пор висят. Знаете почему? Потому что я их пока не убираю. На всякий пожарный случай. Снег, если хочешь, можешь идти туда, но я тебя по-другому больше не выпущу. Можешь идти? Иди, иди, иди. Так, ну себя я так немножко в порядок привела. Теперь до выключения света нужно успеть выпить кофе. Если сильно захотеть, можно все-все-все успеть. Доброе утро. Я успела и голову посушить, я успела и кофе сделать, я успела практически все. 9:50. Свет выключили. Все-таки надо раньше вставать. Кто рано встает, не раз я говорила, тому Бог дает. Снег не смей на меня прыгать. У меня здесь уже пылесос убирает. Ему без проблем, он на зарядке, поэтому он может убирать тогда, когда ему надо. Я собираюсь выйти с собаками. Я уже тут пыль везде протирала. Все сделала, кофе свое допиваю и иду гулять с собаками, барабаками. Вон они уже ждут, не дождутся, когда с ними выйду. Хочу сейчас взвеситься, посмотреть, сколько же я вешу. Интересно. Похудела, поправилась. Ну, такая я. Никуда от этого не денешься. Хотите знать, что такое счастливая собака? Это моя Шанти сегодня, потому что я ей не одела ни ошейник, ни одежду. И она просто мега счастлива. Она так не любит одеваться. Стоять, стоять, Шантюся. Да я решила уже сегодня ей ничего не одевать. На улице тепло, классно. Я вон даже сама сегодня, представляете, джинсы одела. Поэтому я решила Шанте сегодня сделать подарок и ничего ей не одевать. Ну, не любит собака этого, что же я сделала? Она просто терпеть этого не может. Добби уже привык, свыкся, даже подходит, чтобы его одевали. А это прячется, только видит одежду, сразу прячется под
кровать. И все, ее не достать, поэтому пусть гуляет уже как хочет. Да, Шантишка? Ай, ты красотка! Ай, ты моя хорошая! Что такое счастье? Гулой походить. Как я и говорила, после гречки с сердцами корм никто не хочет кушать. Ходят теперь вокруг меня и смотрят на меня. И Тера даже кушает, тоже не с особым желанием. Как я вовремя домой пришла, у меня доска практически отпала. Я ее просто, можно так сказать, словила на последнем этапе падения. Вот, надо будет снова переклеить. Не держит скотч достаточно долго, не знаю по какой причине. Может из-за перепада температуры, но на данный момент я хочу дождаться, пока свет включит, потому что я не могу вот эту вот штуку снять. Наверное, надо будет ее феном прогреть, и тогда как-то легче получится, потому что реально задубел. Какой-то он стал дубовый и не снимается, и даже липкости нет. Вот я сейчас в руках держу вот комочек от скотча, даже нету липкости. Не знаю, что произошло, но я успела свою доску словить, и она не разбилась. Это очень-очень хорошо. Кирины художества. Так, что я хочу? Я кофе уже выпила, я уже все сделала. Наверное, нужно, знаете, что сделать? Нужно позавтракать. У меня что-то в последнее время аппетита нету. А потом нужно будет заняться, наверное, своим цветком. И вообще что-то с ним сделать. И его как-то привести в какой-то божеский вид. Ну, совсем он печальный. Совсем он какой-то печальный. Я же говорю, у меня цветок женское счастье полностью ассоциируется с моим женским счастьем. Хоть я и не совсем, как это говорится, несчастна. Конечно, хотелось бы где-то что-то, но не до такой степени. Наверное, вот и цветок точно так же говорит. Вроде бы как есть, вроде бы как и нету. Тоби на меня обиделся. Конкретно обиделся. Что я дала не такую еду, как надо. Даже не приходит ко мне. Посмотрите, что происходит. Иди сюда, Добюш. Добби. Ну не обижайся. Добюша. Ты что, Шкоду сделал? Ну я же вроде никакой Шкоды не вижу. Что случилось? Добби. Я не понимаю. Что произошло? Что случилось? Ну, что случилось? Ты застрял там где-то? Да нет, вроде бы. Все нормально. Что произошло? Что такое? Лапка болит? Нет, это болит. Тю. Добюшка. Тю, Добби. Масик. Бусинка моя, Потапыч. Чё? Иди сюда. Что там такое? Все нормально вроде бы, ну. Ты настолько сильно обиделся? Ну, малыш, ну я пойду сегодня куплю тогда сердце, гречечку сделаю. Бози-бози, вот это обида. Ты так кушать хотел, а тебе не дали то, что ты хотел? Вы понимаете? Вы понимаете, что произошло? Вот так вот собаки умеют обижаться. Конкретно, посмотрите, просто конкретно. Ну, Масик. Ну, малыш. Ну, Добичка. Ты, Руся, ну не лезь на него. Ну, видишь, ему не нравится. Лежи там. Надо, значит, идти за сердцами. А что, по-другому никак? Если собака так конкретно на меня обиделась, даже не смотрит в мою сторону, то всегда я на диван сажусь, и он сразу же ко мне на ручки, сразу же. Или игрушку мне сразу несет. В общем, что-то делает. А тут полный игнор. Добби, только ради того, чтобы у тебя было хорошее настроение, я сейчас уйду и пойду тебе за сердцами и гречку сварю обязательно. Так, ребята, света все равно у нас нету, да я вот это вот подумала, что, наверное, надо что-то сделать с этим цветком. Сейчас я вообще всю землю высыплю отсюда
и попробую каким-то образом его немножко обрезать или что-то с ним вообще сделать и не насорить. Может быть, я это все делаю неправильно, кто его знает. Ну, я, в общем, буду делать это так. О май гад. Да, тут, короче, у меня, конечно, все очень серьезно. У меня тут корни уже бросли. Так. Опа. Опа-опа. Чтобы не насырить, это не ко мне. Короче, я тут сейчас буду вся просто в этом цветке. Он бедненький, он несчастненький, я вам честно скажу. Знаете почему? Потому что ему горшок совсем маленький, тут столько корней. Короче, я что-то вообще, по-моему, что-то не так делаю. Посмотрите, сколько тут корней, а горшочек совсем осипусенький. Да. Потом Маша придумала. Сейчас, короче, пообрезаю все плохие веточки. Я не знаю, что с него останется, с этого цветка. Но мне надо новый горшок срочно. Просто срочно. И вообще, может быть, мне избавиться от этого цветка. Сказать, а все. Как в песне поется. Не хочется с ним делать, потому что я почему-то понимаю, что у меня ничего не выйдет вообще, все полностью все испортилось. Сейчас, наверное, садоводы смотрят на меня и думают: господи, что ты делаешь? Господи, что ты делаешь? Бедный цветок. Я понимаю, что он бедный. Я тоже бедная. Потому что он взял и испортился. Ну что делать? Ну что делать? Но мне горшок нужен гигантский, просто гигантский. Я не хочу гигантский горшок, я не хочу гигантские цветы. Да, Маша, да, ты, конечно, придумала себе на голову заботу и хлопоту. Что тебе сказать? Тебе нужен горшок. Обратно я сюда его ставлю, и мне нужен горшок. Мне нужно большой горшок, у меня ничего не будет, потому что тут реально жопа с этим цветком. Вот так вот, все, что я хочу сказать. А сейчас покупать, у меня нету возможности, небольшой горшок. Короче, буду я без цветка. Прости меня, мой родной, но я тебе ничем не помогу. Ничего у меня не выйдет. Просто ничего. Я даже не знаю, на самом деле у нас уже есть отмена воздушной тревоги или нету. Потому что воздушная тревога второй раз прогудела и сразу же пропала связь. И я теперь не знаю, что у нас там есть, чего у нас там нету. Стоит ли идти в магазин или не стоит идти в магазин.
дождаться связи или не дождаться связи. В новостях писали еще с утра, что сегодня 28, да, сегодня будут и плановые, и экстренные отключения света. Поэтому даже неизвестно, будет ли у нас сегодня этот свет. А еще у меня влог, который я вчера сохраняла. Знаете, что с ним произошло? Он сломался. Видео сломалось, оно не запускается. Я не знаю, что с ним произошло. Мне пишет, из-за того, что нету связи, вы не можете посмотреть. Я не могу посмотреть у себя в телефоне, в галерее. Короче, там какая-то беда произошла. Я не хочу думать о беде. Я хочу открыть свой календарик. Так, какое у нас число сегодня? 17 мы уже открывали. Мне, кстати, писали, что я 15 не открывала. Открывала 17, теперь 18. 18, вот. Тук. Что это у нас? Пати-шутер. Такая точно есть. Боже мой, сколько у меня осталось? Знаете что? Что я могу сегодня еще открыть одно, потому что до Нового года-то у нас уже сколько времени? Осталось 3 дня, а здесь у меня осталось намного больше дней, поэтому еще можно открыть 20, 19. Давайте еще 19 откроем. Сегодня откроем 2. А здесь у нас какой-то шоколадный пати-шутер. Вот это у меня уже на Новый год будет шотов. Невероятно. Ходила в магазин, вернее, погуляла с собаками, купила целую упаковку костей. Сейчас парочку из них возьму, положу в коробочки с подарками, потому что Шанти же у меня вообще без подарка осталась на данный момент. Она же игрушками не играется, поэтому ей положу косточки 2, а каждому из них положу по косточке в коробочку. И будет у них шикарный новогодний подарок. Конечно, сейчас по косточке получили все. Ты, Руська, дай я с тебя сниму ошейник. Подожди, ну... Хорошо, дай хотя бы я его... Дай я его хотя бы выключу. Подожди. А то же он разряжаться будет. Так, все кушаете? Боже, Добби, ты решил все забрать. Шанти, разбирайся с Добби сама. Все. Теперь все. Кстати, вышла на улицу, было такое солнце шикарное. Вышла на улицу, думала, на улице погода будет теплая, классная. Ветер просто безумно ледяной. И сейчас уже смотрю, начинают снежинки летать. Такие вот именно морозные, холодные снежинки. Не снег приятный, а такой именно вот как ледяной дождь. Фу, бяка. Я переоделась, потому что я реально замерзла, пока с собаками гуляла. Решила одеть свой теплый костюм. Мне пришла смс-очка. Наконец-то у нас появился свет, связь, что мне пришла посылка. Я пойду сейчас ее заберу. Да вот это вот думаю. Знаете что? Покупать ли мне то, что я хотела, или все-таки не покупать? Не знаю. Я много-много думала и решила, что мне, возможно, будет холодно. Короче, я хотела купить рубашку по типу Кириной пижамы, но, блин, это рубашка. Она хоть и длинная, но все равно рубашка, у меня будут ноги голые. А я, когда ноги голые, я начинаю мерзнуть и по-любому под низ одеваю еще штаны. Вот это, думаю, рубашка, штаны. Будет ли прикольно? Короче, я еще не знаю. Я сейчас буду идти обо всем этом обдумывать, раздумывать. Кирюхе позвонила, они еще спят. Они не просто спят, они типа валяются в кровати. Я ей сказала, что я ухожу, потому что ее ключи здесь. И сказала, чтобы она в течение часа домой не приходила. В общем, все. Я потепала. Куда? За посылкой. Вот этих оставляю дома, надеюсь, они вот там вот не раздебоширят все коробки, потому что в коробках косточки, и они пахнут, и они вокруг них ходят, ходят, ходят. Надеюсь, Шкоду не сделают. Самое главное, чтобы Шкоду не сделал Добби, потому что он у меня самый-самый шкодный ребенок. И меня спрашивали, почему ты его не ругаешь? Он у тебя будет грызть все. Ребята, я и Теру не ругала никогда. Грызла, сейчас не грызет. Шанти не ругала. Грызла, Шанти вообще грызла. Все, сейчас не грызет. Чего я должна Добби ругать? Ну, что я должна его ругать? Он такой маленький. Он такой
тоненький, куда его ругать? На него рыкнул, он уже боится. Он сегодня ему кушать не сделала, и он на меня обиделся. Кстати, еще нужно будет зайти и купить сердец, чтобы им приготовить покушать. Короче, видите, какие у меня планы? Но главное, за посылочкой. Так. За посылочкой вот так. Мы сюда-сюда идем и посылку заберем. Забрала я посылку, не знаю, что здесь, какое-то такое длинное что-то. И купила вот такие вот спонжики для маникюра. Ну, вообще, это запасные спонжики, еще палочка продается, но палочку я не брала. Потому что, блин, спонжики стоят 125 гривен, еще палочка стоит отдельно 125 гривен. Думаю, и без палочки можно справиться легко. Это чтобы делать, вот как мне делали маникюр такой, знаете, как градиент. Короче, клево. Кирюшки сегодня, да? Или может сегодня все-таки, чтобы на Новый год сделать красивый маникюрчик. А сейчас я пришла в мегамаркет за сердцами. И еще знаете зачем? За туалетной... Ой, господи, за туалетной... Как она называется? Скажите мне, пожалуйста, я скажу. За мусорными пакетами. Их мне тоже нужно купить, они у меня закончились, представляете? Мусорные пакеты закончились. Кстати, тут такие подушечки прикольные продаются. Смотрите, какая прелесть. Елочка красненькая, елочка зелененькая. Я бы так на кровати выставила кучу елочек. Все, всевозможные бы взяла. Но мне нужны пакеты. 153 мои пакеты стоят. Добби, солнышко, я тебе купила сердец. Целый килограмм. И тебе, Шантюся. И тебе, Тыруся. Сейчас буду все это готовить. Но перед тем, как готовить вот это вот все, давайте сначала посмотрим, что тут мне пришло. У меня такое ощущение, что это подставка под кофе. Она просто в прошлый раз была в такой же упаковке. Я вот это вот думаю. Чего? Здесь реально пупырки миллион. Просто миллион. Что это такое? Нет. Это не подставка. Это что-то другое в коробке. Что это? Что это? Вообще не понимаю. Объясните мне, пожалуйста. Потому что мой мозг пока не может понять. Зачем я разрываю? Короче. Ух ты, мух ты! Бузочки! Спасибочки! Господи, спасибо большое! У меня как раз же штатив сломался. Надо было его на Новый год себе открыть, под елку положить. Все, я всегда спешу. Маде, посмотрите, ой, какая прелесть. А то у нас мышка такая ужасная, боже мой. Господи, вы только посмотрите, какая красота. Очуметь. Боже, а это что? Это, наверное, я знаю для чего. Боже мой. Боже мой, какая она прикольная. Очуметь, какая она маленькая и классная. Так, а как тут? Наверное, вот это вот так. Вот это, наверное, вот так. Если я правильно понимаю, вот так вот, да? Сейчас мы все проверим. Сейчас мы все проверим. Сейчас мы все достанем, вот эту вот мышку. А ну-ка. Да ну, вот всегда у меня проблема вставить. А что ты не вставляешься? Ну я ж правильно, наверное, вставляю, да? Во, смотрите, акулка такая. Или кто это? Так, сейчас. А здесь же ничего не надо заряжать или батарейки. Даже не знаю. Все, она уже работает. Сейчас мы проверим все. Какая прелесть. Да, мышка, наверное, заряжается. Только где тут вставляется зарядка? А, вот, господи, я прям вообще
Так, у меня еще есть один проводочек Type-C. Сейчас проверим. Боже, какая она масипусенькая. Какая она вообще крошечная. Так, ну почему? О, работает. Ничего себе у нее этот... Надо к ней привыкнуть. Она такая шустрая. Как ее сделать менее шустрее? Я к такой шустрой мышке не привыкла. Она прям ого-го. Надо, короче, ее посмотреть, как тут ее сделать менее шустрее. Потому что я не попадаю в клавиши. Вообще. Прикольно, спасибо большое. Она просто идеально, дополняет мой ноутбучик. А что вот это такое on-off? Здесь еще можно выключить ее полностью. И тогда она не будет работать? Обалдеть! Короче, надо с ней еще потренироваться и уменьшить ее скорость. Если это получится у нее. Но она просто шикарна. А чехольчик вообще бомбический. Все, теперь мне мышка вот эта не нужна. Я ее отдам обратно Кире. В ее компьютер, потому что я у нее забрала. И у меня такая красота теперь есть. Клево, спасибо большое. И мой любимый Ми-Ми-Ми. И мой любимый Xiaomi. Ну да, Мишка, это же Xiaomi. Да. Красота. Красота. Ляпута, спасибочки большое. Так, а вот это вообще просто. Кто-то погрыз коробку, не знаю кто. Это тоже Xiaomi, тоже Мишечка. Мишечка, сколько тут всего. А это что? Это какие-то... Это что? Это подставки? На что? Куда? Прикольно, какие-то ты. Блин, они еще и заряжаются. Это свет? Сейчас я все проверю, ребята. Сейчас. О, боже, какой шикарный. О, какой же он обалденный. А это что? Это можно что ли и так? Я не понимаю. Я не понимаю пока еще. Обалдеть. Вот это штатив. Ничего себе. Сейчас, ребята, я с ним разберусь. Поставлю его на зарядку. Боже мой, это... Потому что у меня вот этот вот штатив... Но он постоянно разряжается быстро и перекручивается. То есть стабилизация очень мало действует. Здесь, если его закрепить, то он очень легко от телефона тоже падает. То есть он уже очень много раз у меня просто улетал. Короче, он такой... На, знаете как, у меня был классный, но он сломался, насколько вы знаете. Этот такой, этот вообще просто бомба, пушка, нереалка. Офигеть, офигеть, вы только посмотрите, какая у него высота у этого штатива. Теперь просто-напросто поставил, и все, и ты можешь спокойно никуда не переживать, что тебя не будет видно, потому что я вечно пытаюсь куда-то поставить штативчик, и вечно где-то так нагибаюсь, а тут... Все, я на кухне поставила, включила свет и с вами могу лялякать. Анонимчик, спасибочки, это очень мило. Надо было на Новый год его открыть. Я шла домой и думала поставить посылку и открыть ее на Новый год. Но я же очень любопытная и не смогла этого сделать. Поэтому сейчас пошла все заряжать. Посмотрите, как это круто. Вы, кстати, сейчас с выключенным светом и с включенными фонариками. Но фонарики, скорее всего, нужно чуть-чуть подзарядить.
Вот, но теперь, смотрите, я могу спокойненько вас взять и пойти с вами, аккуратненько вас поставить, и вы теперь стоите. И я могу абсолютно спокойно болтать, не держая камеру в руках, не держа камеру в руках, и вообще ходить такая вообще крутая, клевая. И тут могу руками шевелить, и все могу делать. Это обалденно, большое спасибо. И что самое главное, теперь меня без света тоже видно, потому что здесь есть свет. Круто. Надо сейчас все поставить на зарядку. Я уже сопредела все с телефоном. Я уже совсем разобралась. Смотрите, как вы смотритесь теперь. Это просто обалденно. На самом деле, реально обалденно. И у него длина. Ну, длина реально в мой рост, мне теперь не надо никуда присаживаться. Мне теперь просто его поставить, и он настолько устойчивый. Огромное-огромное спасибо, боже, смотрю туда, камера тут. Большое-большое спасибо, это бомбически круто, это классно. Блин, у меня теперь есть обалденный штатив. Я теперь могу вот так вот тоже ходить. Только надо теперь определить, знаете что, как вот эти штуки обратно сложить. Потому что я-то их разложила, а сложить теперь обратно не могу. Но теперь меня видно, ребята, меня теперь видно. Ставлю все бегом на зарядку. Ну, а теперь что я делаю? Значит, я решила все-таки с этим цветком со своим попрощаться. Сейчас он еще пару дней постоит, и, наверное, я его все-таки вынесу или кому-то отдам, кто захочет, спрошу. Может быть, сможет его каким-то образом спасти. Цветы – это не мое. Я сейчас буду делать сердечки собакам. Так, ну и ждать Кирюху, чтобы ей вот эти вот штучки давать. Я, наверное, себе на Новый год тоже сделаю прикольный маникюр. Кстати, здесь они все разные, если вы заметили. Посмотрите, здесь они есть каплевидные, а есть такие вот просто кругленькие. Видимо, для разного дизайна. Ну, можно пробовать и каплевидными, и разными. Ну, в общем, очень-очень-очень клево. Потому что, когда я себе делала маникюр, вот именно вот такой вот, ну, я его называю градиент, может быть, он как-то называется по-другому. Я брала обычную мочалку, отрезала кусочек и вот так вот на ноготь накладывала лак. Теперь у нас есть уже специальные помпончики для этого дела. Снежочек, я тебя очень сильно люблю. Смотрите, как я тут смотрюсь, а круто, да? А вы стоите, и вы не падаете, и вы не опускаетесь, и с вами ничего не происходит. А я готовлю уже сердечки для собак, чтобы к вечеру, к выключению света, я смогла их раздробить в, ну, вы поняли, в миксере. Потому что если у меня не получится их раздробить, у меня не получится их накормить. Так что гречка уже готовится, сердечки уже готовятся, вкуснотишка скоро будет. И снежочек тут, конечно же, толстенький. Посмотрите, не кормят маленького котичку, да? Боже, снег, ну ты реально очень толстый стал. Давай немножко, наверное, его нужно на диету садить, потому что невозможно, нет. Я тебе ничего не дам. Мне сейчас нужно срочно закачать книжку, потому что я уже все перечитала. Мне сейчас нужно каких-то парочку книг закачать. На случай, как вы знаете, чего, да, на случай без света. Ну и разобраться со своей новой мышкой, посмотреть там настройки, может быть, какие-то, чтобы сделать ее не такой вот такой, потому что она прям вот такая, вот такая. Может быть, конечно, я привыкну к ней. Почему? Потому что она очень-очень тонкая. Я привыкла, что мышки вот такие, вот это такая прям руку положил и расслабляешься, и возишь ею. Вот. Ну, надо сейчас, в общем, все посмотреть, все разобрать, все проверить. И вас вижу, и вы меня видите. Боже, как это круто, как это классно, как это замечательно, когда все так удобно и так хорошо. Это превосходно. Аналинчик, большое спасибо. Ты просто, я же говорю, ты какой-то вот ангел. Кстати, мы сейчас, знаете, что с вами сделаем? Откроем вкусняшку. Я хочу сладенького. И хочу сейчас посмотреть, что нам тут попадется. Будет какая-то игрушка, которую я еще не видела. Там. О! А, нет, такая у нас уже была. С увеличительным стеклом.
То ли сова, то ли кто, непонятно кто. Но шоколадку я съем. Мне шоколадка. Ребята, и вам шоколадка. Ребята, теперь я вас вообще на пол поставила. И вы видите просто всю кухню. Да? Круто? Как хорошо, что у меня маленькая квартира. В маленьком экранчике камеры я помещаюсь вся полностью. Реально вся поместилась. Посмотрите. It's my kitchen. Very, very small kitchen. Наконец-то мой ребенок решил домой вернуться. Приветик. Я пришла так накраситься и расчесаться. А ты что, серьезно? Ты разбудила? А кто ты такая бледная? Потому что, блядь, плавненького не встретить, плавненького не встретить. Я не накрашена, у меня на лице незаметно что. Увидели пацанов, она, все, мы идем домой краситься. Слышишь, а ты что такая пухшая? Я не знаю. Потому что я это не знаю. Она тебе не так? Может, ее больше брать с собой не будешь? Буду. Будешь? Кира, а я тебе купила подарок. Может, ты курточку снимешь хотя бы? Алло. Мне пришел подарочек от анонимчика. Идем покажем. Ты сними обувь. Может, тебя положить в кроватку, ты-то спишь? Нет. Смотри, какой. Прикольно. Да, тут еще свет вставляется, но он сейчас на зарядке свет стоит. И... Та-да-да-да. И мышка. Прикольно. Вот такая вот. Круто? Кира! Сейчас пытаюсь книгу какую-то скачать. Может, ты разденешься? А вы кушали что-то? Нет, сейчас вообще даже не полетит за круассанами, но это... Мне надо домой накраситься. Посмотри, какой штатив. Ого! Круто? Да. И это он еще не до конца, еще можно выше поднять. Куда, до потолка? Нет, еще чуть-чуть выше. Тут свет вставляется. Какой маленький такой светодиодик, а-а-а, чтобы в темноте было видно. Круто? Да. Вот. А еще вот такую вот мышку. Прикольно. А еще иди сюда, у меня для тебя тоже подарок есть. Что это? Подумай. Это спонжики? Да. Для маникюра. Вот это, чтобы ты не мочалку не разрывала. Вот так вот. Прикольно. Смотри, есть как прилинные, тут разные. А есть вот такие вот просто кругляшечки. А почему мы ничего не кушали? Потому что мы так и шли за едой. А домой прийти покушать нет? Я хочу накрасить. Ничего не хочу. С мышкой я разобралась, книг себе накачала. Теперь нужно все поставить на зарядку. Дождались масики. Дождались вкусной еды. Приятного вам аппетита, хорошие мои. Я сегодня своего ребенка, наверное, дома не увижу. Она сбежала буквально на 2 секунды и убежала снова. И я не знаю, когда она придет. Я ей позвонила, говорю: Кирюха, может быть, ты когда-нибудь домой все-таки соизволишь прийти? На что она мне ответила: у меня же каникулы. Короче, как я ее выгнала, так и выгнала. Знаете, что я, ребята, решила? Что я, наверное, завтра буду убирать вот в этих вот тумбочках. Потому что тут на самом деле просто настоящий дурдом. И я хочу перед Новым годом здесь все вычистить, вылизать, все сделать красоту. Потому что тут черти что и сбоку бантик. Вот этот карандаш вообще, мне кажется, уже надо выбросить. Это то, что карандаш, я им пользуюсь под глаза. Но дело в том, что почему я его не выбрасываю, потому что здесь очень просто длинный, даже не использованный карандаш для бровей. Вообще, эта штука для бровей полностью, но я ей крашу глаза. В общем, здесь нужно все поубирать, здесь нужно все вычистить, потому что здесь просто настоящий трэш. А еще здесь есть такая штучка. Ух ты, пух ты, я даже ни разу ею не пользовалась. Кирина какая-то вот такая вот, типа тоналки. В общем, да, это все будем делать завтра. А сегодня я уже кушать приготовила, я уже все сделала. Единственное, сейчас Кирюху дождемся. Наверное, откроем ее календарик.
потому что она же его не открывала, но я сама его открывать точно не буду, пусть она уже это делает самостоятельно. Да и, наверное, все, и день сегодня у нас вот так вот и пролетел, который сейчас 17:43, сейчас еще свет вырубят, и мы с вами проверим мой штатив, потому что я уже все зарядила, и посмотрим, как он будет работать с фонариками. Рам-тарарам, у нас выключили свет, а у меня есть классный штатив, и у меня есть классный свет. Меня видно хорошо. Правда, если чуть-чуть дальше отхожу, уже не так хорошо. Но, по крайней мере, для влога очень даже отлично. Особенно на селфи-камеру, потому что обратная камера, ну, главное, она снимается светом и, в принципе, достаточно хорошо. А вот селфи-свет, это очень важно. Тут, кстати, есть еще разные режимы. Тут есть еще режимы желтого цвета. Сейчас я вот его включу, вы посмотрите. Видите, можно теперь вот так вот делать. Ну так, как бы, нет, наверное, да? А вот есть даже желтый яркий свет. Есть светлый свет, белый свет темный и белый свет тоже яркий. Так что, крутяк, посмотрите, как круто. Меня видно, у меня все заряжено. И Кира только что позвонила и говорит мне: «Мама, ты кушать уже приготовила?» Я говорю: «Да, вообще-то приготовила». Она такая, вот, наверное, именно так и говорила: «Мамочка, а ты не хочешь шаурму?» Я говорю: «Хочу». Так что, возможно, она сейчас еще шаурму принесет, потому что я ей сказала, чтобы она сегодня домой пришла в 7 часов. Я просто ребенка своего сегодня еще толком не видела. Она пришла, вот это вот, типа накрасилась и убежала, и все. То есть я, как ее вчера выгнала, она решила, что это уже окончательно, до свидания. Вот, и короче, как-то так. Вот, но я очень рада, что у меня теперь есть обалденный, офигенный штатив, и у меня свободные руки, и я с вами абсолютно свободно вот так вот сейчас разговариваю. А еще знаете, что я хочу? Я, наверное, хочу все-таки воспользоваться одним из пауэрбанков и включить свет. Потому что как-то совсем грустно, и хочется все-таки новогоднего настроения, новогоднего счастья какого-то, веселья. У меня тут книга заряжается, потому что уже я ее полностью и окончательно посадила. А где, интересно? А вот. Хочу сделать не мигающее. Хотя, может, мигающее оставить. Тоже очень прикольненько, когда оно мигает. Очень даже мило и классно. И еще, знаете где? И еще на кухне надо тоже включить, потому что там тоже у нас света нету. Короче, я сегодня воспользуюсь всеми пауэрбанками. Знаете, как это у меня бывает очень часто? Я надеюсь, конечно, этого не будет. Я сделала вот так вот крестики, нолечки, кулачки. Но чаще всего бывает, когда я разряжу все пауэрбанки, что-то должно произойти. Вот так вот держим, ничего не произойдет. И обязательно, обязательно включим еще вот здесь вот. Потому что свет у нас сегодня вряд ли включат рано, если его выключили 18:22, 19, 20, 21. Ну, короче, в часов 10, когда мы уже спать будем. Поэтому мы делаем себе красоту. Здесь мы себе тоже включаем. Пусть уже догорят мои лампочки. Ляпоту. И здесь, конечно же, тоже на кухне. Боже, как круто вот так вот ходить, а у тебя все работает. И здесь тоже сделаем прекрасное настроение. Только что-то у меня вот здесь вот гирлянда куда-то ушла. И чего это она у меня? И чего это она у меня так? Закрутись. Ты совсем уже пошла вниз. Так. 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 О, все. Только мне этот режим не очень нравится. Я люблю, знаете, какой режим? Такой вот. Вот. Вот этот режим мне нравится больше. Он так нежно переливается, он так хорошо, так красивенько, спокойно и не напрягающий. Или вообще просто обычный, стабильный. Но сейчас хочется, чтобы все вот так вот нежно переливалось.
было хорошо. Я, кстати, еле отодрала скотч от холодильника. Реально еле его отодрала. Вот тут еще кусочки пооставались. Но у меня уже просто ногти болят его отдирать, поэтому я это оставила на завтра. И доску, наверное, все-таки буду куда-то в другое место переставлять, потому что невозможно. Я боюсь, что она когда-нибудь просто шлепнется и разобьется. Поэтому все-таки ее нужно будет где-то винтить. Где винтить, я еще не придумала, но, скорее всего, там, где я изначально хотела. Вот на вот этом вот месте. Я думаю, что все-таки сюда я ее привинчу, потому что по-другому никак. Я боюсь, что она просто-напросто когда-нибудь упадет, когда меня не будет дома. И что? И я останусь без своей шикарнейшей и классной доски друзей. Да. Так, ладно, ждем теперь Кирюху с шаурмой. И сегодня мы кушаем шаурму, хотя у меня куча еды приготовлена. Значит, эту еду будем кушать на Новый год. Там-та-ра-та-ра-там-там. Я иду. Кто там? 100 грамм. И бутылка водки. Выходи. Спасибо. Что падает? Салфетка. Скажи, привет. Смотри, какая она классная штука. А вы что там стоите? Я один. Привет. А? Я один. А ты один? Да там не вижу за дверью мотор. Мотор, ты слишком большой, выходи, тебя видно. Что? Ты слишком большой, выходи, тебя видно. Зайди сюда. Скажи туда привет. Ну скажи туда, ручкой. У тебя соскучились все. Ты что, боишься? Потом вам расскажу. А? Потом вам расскажу. А тебя уже это нашли где-то, да? Нет. Что, в школе? Нет, в школе. Это надо сделать. Максим вот так. О, видите, там мотор. Короче, вы его обидели, он не хочет больше сниматься. Не в самом деле. Вот так вот. Все, я поняла. Мама. Да. А может, я еще немножко погуляю? Значит, ты бы шаурму принесла. До 7 часов. У тебя есть полчаса. Это мало. Да. Можешь рюкзак оставить. Давай. Спасибо. Меня тут нету. Да, тут нету. Короче. Боже мой, посмотрите, какая прелесть. Вот это вот красота. Вот это вот лепота. И знаете что, наверное, все. Я скажу вам всем пока. Я ее, наверное, сегодня не дождусь. Ну и ладно. Сегодня без нее тоже хорошо. Поэтому... Всем семечки, всем лапушки и всем пока-пока. Я пошла кушать вкусную шаурму. Я с вами тоже делюсь.